Вот когда проходит целая неделя, то приходится немножко напоминать, о чем мы говорили. Итак, у нас сейчас с вами вопрос, с которым, напоминаю вам, вы постоянно будете сталкиваться, и вас будут мучить и емь, да вляжи. Кто спасется? Значит, есть одна точка зрения. Помните, напоминаю, формально-каноническая. В чем ее суть? Проще говоря, спасутся только православные. Из православных спасусь кто? Я и со мной еще небольшая кучка. Все прочие, там миллиарды людей, которые не христиане, вот сейчас, например, 4 миллиарда не христиан, ясно, что погибнут, правда? И миллиарды и миллиарды, которые жили то же самое до этого, ясно же, что погибнут. Ну, это совершенно очевидно. Погибнут все эти несчастные католики и протестанты. Сомнений никаких нет. О сектантах и говорить уже не будем. Так что, получается, спасутся только кто? Еще раз, формально-каноническая точка зрения. Все те, кто здесь в земных условиях примут крещение в православной церкви и будут жить так, как положено. Все прочие погибнут. Вот так. Очень серьезный взгляд. Я бы сказал, очень суровый. И, так сказать, мы с вами можем его обсуждать как угодно. Я попытался по этому вопросу говорить с одним профессором, который мне сказал такую вещь, что я был потрясен. Я говорю, как же, миллиарды погибнут. Бог – любовь. Он знает, что они будут не христианами. А многих знают, что они будут злодеями. И он дал им жизнь только для того, чтобы подвергнуть потом бесконечным мукам. Да, если спасется хотя бы один человек, это уже достойно того, что Бог сотворил человека. Я упал в обморок, завопил, дайте мне аверьянки, но ничего не помогло. Я не знаю, конечно, по какой причине такое утверждение делается. Но я помню, даже Екатерина Великая, императрица, знаете, была такая. Вы же историю-то проходили, все знаете. Даже она говорила так. Конечно, это воображала и больше ничего, хворсила перед всем европейским миром особенно. Я готова отпустить 99 злодеев, лишь бы не погубить одного праведного человека, невиновного. Вот 100 человек, один из них ясно невиновен, 99 виновны. Но я не знаю, кто. Я готов отпустить. Пусть 99 будут отпущены, лишь бы один праведный не пострадал. Правда? Эффектно звучит. Я к чему это говорю? Конечно, утверждать о том, что даже если спасется какая-то небольшая кучка людей, а остальные все погибнут, это достойно того, что мы именуем Богом любви, я думаю, если мы это заявим, то уже во веки веков христиан не останется. По крайней мере, никто не придет. И дело не в том, чтобы нам привлекать в церковь, совсем не в этом дело, а то, что этим абсолютно дискредитируется. Самое главное, что есть в человеке, в человеческом сознании, в человеческом понимании – любовь. Как можно назвать того, кто точно знает, что этот человек подвергнется вечным мукам, и дать ему, и послать его туда? Мне кажется, это, конечно, психологический анализ, но мне кажется, это очень сильная вещь, который мы никак не можем снимать со счетов. Это полная дискредитация Бога любви. Полная. Причем любви не какой-нибудь, не просто, когда нам говорят, Бог есть любовь, а любовь, засвидетельствованная крестом, жесточайшими страданиями и мучениями. Но я вам уже объяснял, и почему формально-канонический взгляд неверен по другим причинам. Ветхозаветные люди – не принявшие и не могущие принять никакого крещения. Да. По крайней мере, большинство из них были спасены, как пишет апостол Павел, эти мертвые,
да, эти противящиеся, да, им было возвещаемо Слово Божие, и их даже Бог призвал к спасению. Вот. Ну, правда, была высказана еще одна точка зрения, что обрезание тогда заменяло крещение. Тут я второй раз упал в обморок, естественно. С каких пор это обрезание стало считаться таинством, которое дарует какую-то благодать? Видите, как легко подчас мы образами, тенями подменяем реальность. Какой ужас! Я просто представить не могу. Апостол Павел прямо пишет: обрезание и необрезание – ничто перед Богом, но жизнь во Христе. Точно, прямо дается прямое указание, точно. И вдруг мы начинаем учить об обрезании как замена таинства крещения в Ветхом Завете. Откуда такие вещи? Просто диву может даваться. Итак, этот взгляд не выдерживает крещения. Во-первых, что ветхозаветное человечество, не принявшее крещение, оказывается, церковь приняла их. Второе, множество мучеников, которые не смогли принять крещение, священное действие крещения, опять-таки причислены к лику святых. И затем, вы помните, второй аргумент, что вне церкви нет спасения. Опять, само понимание церкви, оказывается, мы не можем соотносить исключительно с каноническими границами церкви. Опять по тем же самым причинам. Ну, хорошо, второй взгляд, как вы помните, теософский взгляд, в чем его ложь? Вы помните, в том, что там полностью уничтожается значимость жертвы Христовой, значимость Христа как такового. Все одно и то же. И Будда, и Зороастр, там и Мухаммед, и Рама, и Кришна, и кто угодно. То есть полное, так сказать, устранение всех различий, которые существуют между религиями. Все религии, оказывается, одинаково ведут к Богу. Неважно, что подразумеваем под Богом. Тот Рамакришна, который это утверждал, сами знаете, был, поклонялся и жил при храме богини. Самый ужасный в индийском пантеоне, в индуистском понимании, это богиня Кали. Сказать, что все религии ведут к одному, может, по-моему, только тот, кто никогда не изучал никакой религии. Настолько вещи, взаимоисключающие, существуют между религиями, о которых, да, вы же, у вас история религии есть, да, или была, да? Ну вот, видите, вы можете уже иметь представление о том, насколько этот теософский взгляд может быть принят. Вот возникает дальше вопрос, как же тогда? И вот еще одна точка зрения, которую мы с вами, так сказать, начали и, можно сказать, почти закончили, это, которую можно назвать сотериологическим взглядом или точкой зрения. Какова суть его? Она исходит из слов Христа. Всякий грех и хула. Хула на Сына Человеческого. Проститься человеком. Хула на Духа Святого не проститься. То есть этим самым по толкованию святых отцов утверждается. Каждый искренне стремящийся, вы слышите? Искренне стремящийся к познанию истины, искренне стремящийся жить по той правде, которую он ощущает, по совести, этому человеку его заблуждение, его незнание Христа и даже его отрицательное отношение к образу Христа, который сложился у него под влиянием, я не знаю, какой там пропаганды, проповеди и так далее, да, даже эти ошибочные его взгляды, его зрения простятся. Если, повторяю, он искренне стремился жить по совести, по правде и стремился к истине. Знаете, еще чем подтверждается этот взгляд? Если бы вы могли, обладая современными средствами звукозаписи, подойти в воскресный день к любому храму, где много людей, и затем бы поговорить минутчик по 3-5 минут с каждым верующим, выходящим из храма, испытали бы их знания по догматическому богословию, так? То вы потом бы пришли бы в ужас и сказали, так тут одни еретики, оказывается, молятся в храме.
А если бы сейчас с неба явился ангел, собрали бы всех профессоров, заслуженных и незаслуженных, и ангел бы принял их экзамен по догматическому богословию, он бы сказал: «Боже мой, да их всех надо в преисподнюю, все еретики». Не еретики. Не смешивайте. Ошибочность понимания тех или иных вопросов, та ошибочность, которую у любого нашего верующего, особенно те, которые ничего не знают фактически, но они же не учились, не только в академии, даже в семинарии, и действительно у них множество взглядов, которые совершенно далеки от учения церкви. Разве они еретики? Нет. Они люди ошибающиеся. Вы слышите? Это совсем другая совсем категория. Кто не ошибается? Помните, святой служил в сослужении ангела. И, оказывается, в это время, во время литургии, произносил молитвы, в которых было глубочайшее заблуждение. То, что мы называем обычно ересь. Пока не пришел другой и не сказал: «Ты что ж делаешь? Что ты произносишь?» Объяснил ему. Тот, помните, возмутился и к ангелу: «Ты что же мне ничего не скажешь?» На что получил интересный ответ: «Человеку должен сказать человек». Так вот, не смешивайте вот этих вещей. Значит, множество людей, принадлежащих к разным религиям, к разным мировоззрениям, к разным, так? Все не получили это или в силу воспитания, в силу образования, так? Получили те или иные ложные представления о Боге или вообще даже представление о том, что никакого Бога нет. Так? Но если этот человек стремился жить по совести и правде, вы слышите? Если он не соприкасался никогда с истинной проповедью о Христе, вы слышите? Я еще раз говорю. Так? Так? Если это все было, то слова Христовы: «Всякий грех и хула простятся, если только не будет хулы на Духа Святого», по-видимому, здесь приложимо к этому человеку. Что мы видим в истории Церкви? Очень любопытную картину по этому вопросу. Два параллельных течения. Два. Одно течение святых отцов. Одни святые отцы утверждают, я бы сказал так, стоят на формальной канонической точке зрения. Вы слышите? Да. Ну, по крайней мере, они считают так, что есть люди, которые спасутся, и есть люди, которые будут бесконечно мучиться. Вы это знаете. И есть другое, рядом стоящее и идущее течение, тоже целого ряда святых отцов. Вы слышите? Целого ряда святых отцов. Это очень любопытно. Подчеркиваю. Которые говорили: нет. Нет. Да, они перенесут, многие люди перенесут тяжелейшие страдания. Перенесут. Но спасутся. Как? Как бы из огня. Как пишет апостол Павел. Самое поразительное, что к этой второй категории относится не кто-нибудь, а такие, просто я бы сказал, всем известные величины, всем известные. Как? Начиная, Григорий Ниский, который, кстати, когда был осужден оригенизм на Пятом Вселенском соборе, все святые отцы, зная об учении Григория Ниского, никто не соединил его с оригенизмом. И не сказал: вот еще один оригенист, которого надо осудить. Никто. Никто. На шестом следующем соборе Григорий Ниский, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были названы как самые, ну, значимые в церкви святые отцы. На Седьмом Вселенском соборе, вам об этом, наверное, говорили, Григорий Ниский, а не кто-нибудь, был назван отцом отцов. А он о чем учил? О том, что в конечном счете все спасутся. Вы думаете, он один учил? Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Суть в чем их взгляда? Это очень хорошо
описано у Исаака Сирина, который говорит: «Царство Божие и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по Его вечной благости, а не следствие воздаяния». Царство Божие и гиенна – суть следствия милости. В чем сходятся те и другие отцы? В одном утверждении, что судьба, выражусь таким словом, каждого человека будет наилучшей из того, насколько позволяет это его духовное состояние. Вы слышите? Этим сходятся и те, и другие. Что вечная участь каждого человека будет наилучшей, исходя из того духовного состояния, в котором он находится. Я вам зачту хотя бы одно из Исаака Сирина, да, причем не что-нибудь Исаак Сирина, а из слов подвижнических. Вы, наверное, знаете, что слова подвижнические Исаака Сирина, они уже переведены на русский, ну, еще славянский даже язык, очень давно, очень давно. Ими жила древняя церковь, ими жила русская церковь. Всегда эти слова подвижнические рассматривались как одно из самых, ну, таких высоких достижений, что ли, аскетической мысли, как одно из лучших средств понимания христианства, духовной жизни, понимания, если хотите, основных вопросов христианской религии. К сожалению, вот многие не обращают внимания. Посмотрите, что он пишет в этих словах подвижнических. Я цитирую по изданию 1858 года. «Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего». Вы слышите, что пишет? Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Это что такое? Я с первой фразы тоже споткнулся. Ужасно, что ты? Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви Его, Бога? И что такое гиенна перед благодатью воскресения Его, Его, Бога, когда восставит нас из ада? Вы слышите? Воскресение. Восставит нас из ада. Соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе. И падшего в ад восставит в славе. Вы слышите, о ком идет речь? Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает Бог им воскресением. И вместо тления тел, поправших закон Его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость – воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Вот это да! Я помню, когда впервые прочитал, говорю, почему же о Григории Ниском говорят только? А Исаак Сирин что говорит? Я уж не говорю о последней книге, втором томе Исаака Сирина, да, вот это, о божественной любви, где он там многократно об этом говорит. И, кстати, некоторые критики, которые подвергали сомнению подлинность этой книги, в частности, ссылались на то, как же в словах подвижнических Исаак Сирин ничего не говорит об этом, а во втором говорит, пожалуйста, так говорит, что уже да просто страшно становится. Еще раз прочту Исаака Сирина. «Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил».
Что скажете против таких слов? Кто может что сказать? Невозможно. Еще раз вам повторяю, я не буду приводить тут массу очень интереснейших высказываний. Ириней Лионский пишет даже так: «Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него». Вы слышите, это Ириней еще Лионский, еще третий век. Не ради тех только, которые веровали в Него, но для всех вообще людей. Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче своих по вере. Да, Нектарий Оптинский даже считал так: «Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю Его, спасется». Даже так говорил о индусе. Правду прибавляет. Но тот, кто, зная о христианстве, идет индусским путем. Нет. Молодец, хорошо сказал. Чтобы знали. Да. Да-да. Алексей Ильич, вот Григорий Богослов говорит, что любовь Божия, она для праведников будет вечным блаженством, а для грешников она будет вечным мучением. Вот. Но исходя из такой точки зрения, понятно, что вечные муки, они будут естественным следствием состояние души человека. Вот. Если же вечные муки не являются следствием такого, то тогда непонятно. Получается, функция этих вечных мук очистительная, как бы чистилище получается. Как вы смотрите на это? Я вам скажу так. Ну, во-первых, это Исаак Сирин пишет о том, что для одних любовь Божия является блаженством, а для тех, которые пребывают в аду, эта же любовь Божия будет являться мучением. Что любовь Божия будет одних. Одних она будет утешать и радовать, другие будут страдать. Дело вот в чем. Не смешивайте учение о чистилище с тем, что возможно спасение человека, даже который оказался в аду. Церковь самых начал своего существования призывает молиться. За кого? За праведников? Никогда не слышал такого. Никогда не слышал. Никогда не было нигде, чтобы молились за праведников. За кого же она призывает молиться? За грешника. Церковь с самого начала верила в то, что возможно спасение тех, которые оказались в преисподней. Вопрос о чистилище. Чистилище – это совершенно другое учение. Вот по внешности, кажется, оно напоминает. Это совсем другое учение. Католические богословы попали в очень трудное положение. Своим учением о чем? О так называемом об удовлетворении правосудия Божия. В чем заключается в данном случае оно? Они говорили, что и таково учение католической церкви до сих пор. Вот что замечательно. Когда человек кается в грехах, то происходит вот что. Бог может простить ему грехи, поскольку он кается. Но если он при этом еще не принес и удовлетворение за совершенные грехи правосудию Божию, то он попадает в чистилище. Что такое удовлетворение? Вот человек украл. Он не просто должен покаяться. Вот он на смертном одре. Он кается, что он вот украл. А уже отдать там кому-то, или раздать хотя бы нищим, или совершить такое-то количество там поклонов или добрых дел, прочее, он уже не может. Что получается? Он, Бог ему простил. И кажется, он должен спастись. Но он не принес удовлетворения. Значит, он должен погибнуть. И вот католическое богословие придумало среднее состояние между раем и адом. Называется чистилище, где вот эти люди, не принесшие удовлетворение правосудию Божию, приносят таковое своими страданиями. Потому что любое доброе дело требует чего? Труда и страданий. Так? И вот здесь по перенесении этого наказания, принесении этого удовлетворения, они уже могут попасть в рай. Вот каково учение. Почему я говорю, оно чисто юридическое. Там всюду торг. Ты мне, я тебе.
так и здесь. Не доплатил. Да, хорошо. Хорошо. Побудь в чистилище. Понимаете, какая вещь? Вот это совершенно дикое. Совершенно дикое и странное. И я вам скажу, что многие богословы, даже католические, они пытаются, я не знаю, они понимают это прекрасно. И сами теперь понимают, что это какое-то недоразумение. Но вот этот юридизм глубоко вошел в учение католицизма, по всем, кстати, вопросам. И этим самым они оказались вот в этой ловушке. Представляете, Бог простил за грехи, а удовлетворение? А православие совершенно иначе на это смотрит. Никакого чистилища нет. А каждый человек, который не принес покаяние здесь, не принес покаяние, соответствующее своим грехам. Ну, что и соответствующее? Мы никто не знаем, какое оно соответствующее. Но умер человек нераскаянный, допустим, не покаялся. Что с ним происходит? Происходит простая вещь. Подобное соединяется с подобным. Вот я только что сейчас перед вами на первом курсе, да, как раз мы проходили, да, этот вопрос, да, и я объяснил, что тот человек, который стремился жить по правде, по совести, по истине, стремился к этому, так, если он по смерти прежде проходит что? Вот в течение 6 дней, помните, оказывается перед лицом той божественной красоты добродетелей, о которых мы все тут знаем. Душа, оказывается, вот созерцая, вот это, что такое бескорыстие, что такое целомудрие, что такое честность и так далее, что такое святость, то есть созерцает. И вот здесь уже происходит что, если хотите, испытание души. Как это, оказывается, созвучным или нет? Для души, которая жила прямо противоположным, это, кажется, очень несозвучным. То же самое и душа, не принявшая вот это добра как своего, она после этого, в течение, уже после 6 дней, в течение 30 дней, как раз вполне соответствует нашему состоянию, 30 дней, оказывается, перед лицом противоположных вещей. И здесь происходит, как пишет Феофан Затворник, своего рода искушение, искушение человека вот всякими страстями. Происходит что фактически? Опять душа оказывается перед лицом того же блуда, чревоугодия, гордыни, так, сребролюбия, так и так далее. И освоя своих познаша. Происходит то, о чем писал Антоний Великий. Когда человек живет по-божьему, он соединяется с Духом Божьим. Когда же он живет противно заповедям, он соединяется с демонами-мучителями. Ведь природа страстей какова? Почему называется страсти, то есть страдания? Страдания. Вот. И здесь душа, соединяясь с этими демонами-мучителями, она страдает, находится в страданиях. Вот начинается процесс чего? Страданий. Душа познает, что такое страсть. Здесь мы скажем, ой, как хорошо поесть, еще вот так и так далее. Там познает, что такое страсть. Понимаете, в чем дело? Происходит именно познание лицом к лицу. Начинает видеть, какие страдания здесь. Вот где происходит процесс познания, оценки и отношения к греху. Это первое. Второе, как я вам сказал, церковь с самого начала призывает к молитве за усопших. Этим самым что утверждая? Зачем молиться, если это бесполезно? Оказывается, возможно, оказывается, изменение состояния человека. Помните, Григорий, двоеслов, молился не за кого-нибудь, за Трояна, императора Трояна, который был одним из таких очень жестких гонителей христианства. Помните? И молитва оказалась действенной. Вот, поэтому вот это состояние души, видите, оно в данном случае, это православное учение о состоянии души в аду, совершенно не имеет ничего общего с чистилищем, с этой идеей удовлетворения какому-то правосудию Божию. Это совершенно другой процесс. Душа познает, еще раз вам повторяю вам там,
что такое страсть, какие страдания она приносит. Признает действие молитвы церкви за него. Все это постепенно освобождает душу от чего? От пристрастия к страстям. Вот так. Понятно, да? И таким образом происходит постепенное освобождение души. Вы не думаете, что ад – вот это место, это сюда. Как она переходит? Там же душа. Изменение состояния происходит. И уже затем, когда будет всеобщее воскресение, когда вновь возвращается тело человеку, когда душа, человек приобретает уже опять полноту свободы, вот здесь, на страшном суде, и происходит окончательный выбор. Свободный и окончательный выбор личности. С Богом или от Бога. Понятно, да, вот это вот? Этот процесс изменения, он все-таки пассивный вот, у души, это молитва церкви, или же все-таки душа, человек выбирает там, имеет такую возможность? Тут дело вот, какое очень тонкое дело. Душа теряет волю со смертью тела. Но потеря воли совсем не означает потерю желания. Душа же имеет полноту своей душевной жизни. Воля, вы знаете, может быть сильной, может быть слабой, может, в конце концов, мы говорим, безвольный человек. Понимаем это? Понимаем. Так вот, это и происходит с душой после смерти, когда она оказывается безвольной. Но безвольность совсем не означает отсутствие чего? Оценки и желания. Вот пьяница, безвольный, все уже, все. Но он понимает. Понимаешь, что ты погибаешь? Понимаю. Понимаю. Ну, не могу. Вот что происходит. Поэтому там идет вот этот вот процесс. Да. Он идет какого рода? Что душа по мере вот этого видения, приобретения этого, если хотите, гиенского опыта, так, вот этого опыта, и затем помощи, мы, оказывается, можем оказать действенную помощь душе, да, душа приобретает постепенно, видимо, эту силу к тому, чтобы освобождаться от действия страсти. Вот, видимо, вот так. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, во время страшного суда возвращение тела, ну, перед страшным судом, будет касаться всех людей или исключительно грешников? То есть суд будет происходить над всеми людьми, как написано, или исключительно тех, которые не с Богом? Дело вот в чем. Дело вот в чем, что нам же нужно понять сами эти слова «страшный суд». Ну, во-первых, «страшный суд» нигде в Священном Писании нет. Есть сказано «суд» там и прочее. Это не важно. Нужно не забывать одно, что будет происходить не судилище в прямом смысле слова, а будет что происходить? То, что показывает само величие человека. Бог остается любовью, как и был он, и он не может быть другим. И здесь перед лицом земного опыта жизни, перед лицом гиенского опыта существования. Два. И, наконец, третье. Перед лицом видения той любви Божией, дошедшей до креста, перед лицом этих вот трех вещей, человек, который воскрес уже с телом, он совершит свой окончательный выбор. То есть совершится его выбор свободный. Поэтому будут... Что значит? Перед Богом все и всегда... Все и всегда. Вот. Но вот это определение, самоопределение это оно будет, в данном случае уже происходит от кого? От тех, кто еще не самоопределился. Святые уже определились. Они уже перед лицом Божиим. Они уже там. Вот. Вот. А страшный суд, почему называется страшный? Потому что здесь уже идет вопрос о решении чего? О вечной участи человека. Он принимает уже последнее и окончательное решение. Уже то решение, которое уже полностью и окончательно сформировалось у него. Формируется здесь уже полностью. Поэтому называется он страшный. Он последний и окончательный. Вот так. Вот в этом вся суть.
Поэтому о святых что можем сказать? Ну да, они и будут здесь. Можно так сказать, да нет, какой уже им суд, они уже определились. Ну, понимаете, сами это уже абсолютно не имеющее значения вопрос, будут они на суде. Это же не в какой-то комнате собрали, и суд происходит. Вот в чем дело. Поэтому суд, более того, апостол, знаете, что пишет? Вы что, не знаете, что мы будем судить и ангелов? Апостол Павел, я надеюсь, вы когда-нибудь читали, есть такие книжки, есть, Новый Завет называется. И он там пишет, что мы будем даже судить и ангелов. Это когда он укоряет коринфян за то, что они обращаются в судебные разбирательства своих дел к нехристианам. Неужели у вас никого нет мудрых и разумных, что вы обращаетесь к неверными? К неверным. Разве не знаете, что мы будем, что святые будут судить ангелов? Но обычно толкуют это, что судить демонов. Но самое главное, что здесь человек будет решать свою судьбу. Вот я только что говорил, и сейчас вам опять напоминаю, что основным положением христианской религии, в отличие от всех других религий, является утверждение о синергии. То есть Бог сам по себе не может ничего решить о человеке без человека. Вы слышите? То есть без видения его состояния, его самоопределения, его свободы. Это неслыханная истина, я вам скажу, религиозная. Потому что все всегда считают, что Бог хочет, то и сделает. Что христиане говорят? Нет. Нет. Не может Бог спасти человека без произволения самого человека. Если бы он все мог, он не дал бы пасть первому человеку. В том-то и дело, что он создал богоподобное существо. Вот в этом вся суть. Богоподобное. Не может. Синергия. Это, если хотите, это знамя. Просто православие. Кстати, протестанты никак не могут принять само даже понятие. Вот сколько у нас были диалоги, что угодно, но синергии никак, никак. Потому что Лютер сказал, что человек после падения – соляной столб, чурбан. Это два его выражения, знаменито. И поэтому Бог только что захочет, то и делает. А от человека это ничего не зависит. Понимаете, какое ужасное учение. А саму веру, которой спасается человек, опять кто дает? Бог. Приходится говорить, вы что делаете, вы что говорите? Значит, Бог виновен в том, что многие пойдут в вечные муки, да, они верят в это. Вы понимаете, что вы говорите? Вообще ужасное учение, синергия. Вот, так что здесь произойдет окончательное и последнее самоопределение человека. Но перед лицом, я говорю, вот этих трех, опыта земной жизни, опыта гиенских страданий и опыта познания, видения во всей реальности, полноты любви Божией, дошедшей до креста. Трудно даже представить, чтобы нашлись те, которые отвергнут Бога. Но хочу вам сказать и другое. Другое. И вот я в посмертной жизни Осипова это прочитал даже. Пишет о такой вещи. Но глупый человек и просит, главное, прощения. Так оскорбляет и просит еще прощения. Но глупый человек может подумать. Ага, ура, вечных мук не будет. Значит, поживем здесь. И все. А потом чего там? Что будет, то и будет. И всем будет. И мы также будем. Так? И вот тут он приводит цитату, очень интересную мысль из Исаака Сирина. Исаак Сирин предупреждает со всей силой, послушайте. «Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, то есть ограничена, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания – степень страдания в ней».
приходится приводить вот такой пример, по-моему, я вам уже приводил, да. Кто бы согласился бы, если бы мы пообещали неслыханное, я не знаю, что и богатство, и славу, и честь, и я не знаю что, и удовольствие, но прежде сказали, но прежде ты побудешь месячишка в руках зверских, я бы сказал, мучителей, которые будут с собой делать все, что угодно. Да, тебя потом исцелят, не бойся. Но с тобой будут делать все, что угодно. Если человеку показать несколько только минут, что могут сделать с человеком, он бы содрогнулся бы сразу. Помните, когда наши представители России показывали где-то в Европе видеокассеты с записью того, что делали над нашими военнопленными в Чечне? И потом передают впечатление. Многие закрывали глаза, другие уходили из зала, не выносили даже этого. Только посмотреть, что делается с другим. И после этого, показав, сказал, ну, теперь, голубчик, вот так. Всего один месячишко пробудешь. А потом ты будешь царствовать и благоденствовать сколько угодно. Ни один человек не согласится на это. Вот теперь мы и поймем. Эти все предупреждения, все божественные предупреждения, святоотеческие предупреждения, да, как мать предупреждает и говорит, не смей этого делать. И говорит подчас такие вещи, что ну, все, что угодно скажет, лишь бы человека, своего ребенка, да, не допустить на какой-то ужас. Так и здесь Бог есть любовь, и все откровение, оно какой носит характер? Слышите, какой характер? Помочь нам в спасении. Вы слышите? Помочь в спасении, избавить нас от вечных мук, от страданий. От страданий избавить. Каких? Ужаснейших страданий. О чем пишет Исаак Сирин. Я бы очень хотел, чтобы вы запомнили вот эту фразу. «Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Вот, оказывается, причина. Почему с такой силой и Священное Писание, и святые отцы многие, да, говорят и предупреждают об этом. Это, я надеюсь, понятно вам. Но хочу еще сказать, напомнить вам, что церковь не осудила и не назвала еретиком ни Григория Нисского, ни Григория Богослова, ни Ефрема Сирина, ни Исаака Сирина, ни Иоанна Златоуста, ни Максима Исповедника, ни Иоанна Дамаскина. А всех знали. Знали? Знали. Знали, что так учат? Знали. Никого не назвали еретиком. Никого не осудили. И так в церкви и идут эти две линии. Скажите, почему же так? Вот я попытаюсь там говорить, почему так? Почему одни святые отцы говорили так, другие, а другие иначе? Ну, это наши, конечно, предположения, но они, эти предположения, имеют под собой основания. Ну, вот, смотрите, многие святые говорили о вечности мучений. Почему? Первое. Поскольку искренне верили в это, не ставя никаких вопросов. Верили, и все. Второе. Поскольку отказывались или не могли ответить на сложнейший вопрос. Как это мог Бог дать бытие, жизнь тому, о ком он знал, что он будет злодей и пойдет в бесконечные муки. Третье. Говорили так по любви, чтобы удержать людей от греховной жизни и последующих гиенских мучений. И, наконец, многие, потому что отождествляли канонические границы земной церкви с церковью телом Христовым. Не делали различия. Вот, и поэтому рассматривали принятие таинства крещения как безусловное требование спасения.
А другие отцы писали о возможности спасения не христиан и даже всех людей. Почему? Первые, опять также по пунктам, не видели другого ответа на вопрос, почему Бог любовь дал бытие людям, которые он знал, изберут путь зла. Какой же ответ? Почему Бог дал жизнь людям, которые он знал, знает, что они пойдут по пути зла? Второе. Познав божественную любовь, они не могли представить себе бесконечных мучений. Одно дело мучение, другое дело бесконечные мучения. Третье. Тот факт, что многие ветхозаветные праведники и мученики и прочие спаслись, они поняли, что границы церкви, как тело Христово, не совпадают с каноническими границами земной церкви. Наконец, последнее. Они, эти вот целый ряд вот этих святых, нисколько не усматривали в этом своем понимании какого-либо противоречия учению Христову. Это можно понять? Что святые ясно, искренне не видели никакого противоречия учению Христову. Иначе они бы не могли так учить. Какие же не святые, если вы начали учить против учения Христа? Не видели в этом никакого противоречия, потому так учили. И, как мы видим, история церкви прямо показывает. Ни один из соборов вселенских не осудил ни одного из этих отцов. А уж Григорий Ниского, который особенно прямо говорил об этом, возвели на высшую ступень, когда Седьмой собор назвал его «отцом отцов». Вот такова ситуация, друзья мои. Так что можно сказать об этом? Видите, в церкви два вот эти взгляда идут рядом параллельно. Оба сходятся только на одном. Только на одном. Обе вместе сходятся с точки зрения. Участь каждого человека будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. Одни, правда, войдут в чести и славе, как посвятившие свою жизнь по Христу, Христу посвятившие. Другие спасутся, но как бы из огня. Образ очень сильный, данный апостолом Павлом. Григорий Богослов говорит, что многие примут крещение там, крещение огнем, огненное крещение, говорит он, одно из самых тяжелых, но крещение, то есть сопряженное с воскресением. Вот так, друзья мои, видите, каково учение. Очень важно вот это расставить, что называется, посмотреть на учение отцов. Не просто так вот говорить, а посмотреть на учение отцов. И ситуация тогда оказывается несколько иной, совсем другой. Понятно становится, почему отцы предупреждали о вечных муках, почему предупреждает Священное Писание, потому что остережемся в душах наших возлюбленные и поймем. Вот, оказывается, какая причина. И никто никогда не осудил этих отцов. С Исааком Сирином все жили своими подвижническими. Никто никогда. Иоанна Златоуста слово «на Пасху читается». Это предел. Подумайте только. Вот так, друзья мои. Вот такова ситуация, таков сотериологический взгляд на спасение. В отличие от формально-канонического, в отличие от теософского. Нет. Я хочу сказать теософском. Нет. Совсем религии не... Совсем это не одинаковые пути к Богу. Совсем нет. Одно дело, когда вы в прекрасном корабле едете. Другое дело, когда вы на доске какой-то спасаетесь. Или даже без доски. Да, может быть, вы и спасетесь,
Ну что переживете, какой ужас? Вот в чем дело-то. Потом, вы знаете, некоторые усматривают даже, что само понятие вечности, что оно, мы не можем его рассматривать как тождественным понятию бесконечности. Вот. Об этом очень хорошо у Лоскова, Владимира Лоскова, например, написано. Он об этом, вот очень хорошую такую мысль, да, говорит о том, что мы не можем отождествлять понятие вечности и бесконечности. Вечность – это просто другая категория бытия, но она совсем, не связана с бесконечностью, с понятием бесконечности. Просто другая категория. Например, апостол Павел был вознесен до третьего неба, то есть был в вечности, но затем опять был возвращен во временность. Вечность – это особое состояние, но это не состояние стагнации, какого-то застоя, нет. Но это не то состояние жизни, которое, мы здесь, так сказать, наблюдаем. Это, разные вещи. Но в чем это различие, нам понять трудно. Надо его только пережить. Тогда, может быть, мы сможем, то есть не так, тогда мы сможем именно, понять, да, что это такое. Сейчас в нашей земной действительности мы, можем только констатировать. Многие святые пережили вечность уже здесь, оставаясь во временности. Многие грешники, если не все, переживут состояние мучительной вечности. И из этой мучительной вечности гиенны перейдут в вечность блаженную. Видите? Возможны переходы, оказывается. Вот что. Некоторые воскрешены были, как Лазарь. Перешел опять из вечности в земную временность. То есть это разные категории бытия. Вот, но самое главное, что вечность совсем не означает в обязательном порядке бесконечность, вот этого состояния. Вот так, друзья мои. Вот такой, видите, третий взгляд. Кстати, хочу сослаться на одного профессора, профессор Гусев. Был такой, по-моему, Казанской академии, если не сомневаюсь. Он был специалист, в общем, в частности, он очень изучал Иоанна Златоуста хорошо. И что он пишет? Обращаю ваше внимание. Да, очень важно. Он пишет: согласно с мнением святителя Иоанна Златоуста, согласно, я не допускаю вечных осуждения и гибели даже язычников. Вы слышите? Согласно с мнением святителя Иоанна Златоуста. Так что вот это его пасхальное, например, слово и целый ряд других высказаний, ведь они, оказывается, понимаются вот не только, так сказать, нами, но и многими другими, понимаются совершенно однозначно, что не допускает осуждения даже и язычников, которые не могли войти в церковь там по объективным, естественно, причинам. Ну вот так, друзья мои, вот это несколько моментов, которые важно было нам сказать по вопросу церковь и другие религии, или по вопросу, возможно ли спасение для тех, кто в земных условиях, не стал членом вот этой канонической земной церкви. По разным причинам. Например, 900 лет Русь была языческой. Почти 1000 лет. Еще долго потом, пока еще христианство распространялось. Можем ли мы отсюда делать вывод, что все погибли? Вообще, можно ли делать вывод, что все нехристиане, все погибли? Вот это вопросы, которые постоянно ставятся, и вопросы, на которые, друзья, вам придется отвечать. Я просто говорю это по опыту, потому, поскольку мне это, эти вопросы ставятся и, волнуют очень многих. Особенно, я вам скажу, волнует такую ученую интеллигенцию. Да. Потому что они-то все-таки люди думают, не просто верят, но еще и, думают, и размышляют. И у них еще нет такой, ну, твердой опоры, что ли.
в каком-то, ну, святоотеческом учении или в учении Церкви, как таковом.